Наверняка все вы знаете, что дарить подарки куда приятнее, чем их получить. Собственно, этим наша программа сейчас и займется. К сожалению, не все николаевцы верят в святого Николая, но сегодня программа «В городе 512» и мастерская сладких подарков эту веру в Николая вернет. В святого Николая верите? Конечно. Чего ждете под подушку? Подарков. Какие подарки ждете под подушку? Не знаю, хороших много. А, молодой человек, что ждешь под подушку на День святого Николая? Диски. Диски? А какие диски? На приставку 2. 2 диска на приставку. По-моему, хороший выбор. А чего ждете вы? Чтобы наконец-то в этой стране все было хорошо. Ну, я уверен, что... Было бы хорошо, и им было бы хорошо. Я уверен, что после вашего пожелания обязательно все сбудется. Мы, в свою очередь, угощаем вас от программы «В городе 512» и мастерской сладких подарков вот такими новогодними пряничками. Спасибо. Молодые люди, в святого Николая верите? Верим. Какой подарок хотите под подушку? Конфет. Много счастья. Нет, конфет. Кому что? Ну, смотрите, конфет у нас нет, но у нас есть пряники от мастерской сладких подарков и от программы «В городе 512». Угощайтесь. И чего пожелаете николаевцам? Много счастья, чтобы у всех был успех. Да, и любви самое главное. Побольше. Да. Друзья, любите, любите, еще раз любите. Все у нас будет классно. Вам хорошего дня, спасибо, с праздником. Спасибо, пожалуйста. Как тебя зовут? Андрей. Привет, Андрей. Прям как Аллегрова пела. Скажи, веришь в святого Николая? Да. Какой подарок ждешь под подушку? Даже не знаю. Думай, у нас много времени. Конфеты и что-то интересное. Например? Телефон, допустим. Конфеты и телефон? А зачем тебе телефон? У меня просто разбитый. Чего пожелаешь жителям города Николаева в такой символичный праздник? Чтобы им также подарили что-то интересное, нужное для них. Ну, а мы, в свою очередь, тебя угощаем предновогодним и святониколаевским пряником. Спасибо. Будь здоров, хорошего тебе дня. Привет, Андрей. Верите в святого Николая? Конечно, верим. Какой подарок ждете под подушку? Это секрет. И не поделитесь секретом. Ну, ждем чего-то хорошего, а будет или нет, вот от нее зависит. А ты какой подарок ждешь под подушку? Не знаю. Молодые люди, здрасте. Судя по вашей шапке, вы наверняка верите в святого Николая. К сожалению, нет. Не верите? А почему не верите? Ну, детство пошло. Что еще раз? Детство пошло уже. А в детстве верили? Да. Ну, мы в свою очередь попробуем вашу веру в святого Николая вернуть. Скажите, какой подарок ждете под подушку? Ну, скорее, ничего не жду, потому что у меня все есть. Хорошо у нас люди живут, если все есть. Ну, тогда мы верим в то, что ваша вера вернется, и угощаем вас от программы «В городе 512» новогодним пряником. Угощайтесь. Спасибо. Хорошего вам дня. Вам тоже. Верьте в святого Николая, он есть. Обязательно. Лего хочешь, да? Конструктор. Ну, я думаю, что ты обязательно это получишь, но, а в свою очередь, мы также вас поздравляем с Днем Святого Николая и предлагаем вот такие вот сладкие подарки от программы «В городе 512» и мастерской сладких подарков. Угощайтесь. Какой подарок ждешь под подушку? Вкусный. Вкусный подарок. А если это будет шоколадка, а потом подушку придется стирать? Не. Можно будет просто облизать подушку и все. Понятно. Да. Чего пожелаешь жителям города Николаева, собственно, в их именной праздник? Верить в чудо. А сама веришь в чудо? Да. Чудеса случаются. Я с тобой полностью согласен. У нас остался последний пряник, но поверь, он приносит удачу. Это пряник от мастерской сладких подарков и от программы «В городе 512». Приятного тебе аппетита. Мы по твоему совету будем верить в чудо.
Видите, отказались от кофе к прянику. Кофе к прянику. От прянику к кофе. Видимо, я тоже уже замерз. Ну что ж, свою миссию мы сегодня выполнили и угостили всех николаевцев сладким пряником. Ну, а тех, кого мы не встретили, ждет другой подарок.